Всем здоровья, уважаемые. Итак, сегодня поговорим о народных целебных свойствах. Это, кстати, посоветовала одна знакомая, которой, в свою очередь, посоветовала ее бабушка. Все очень просто. Сироп бузины. В основе напитка лежит сок из ягод черной бузины. Это растение убивает все вирусы в организме и укрепляет иммунную систему. Еще в далекие времена на полезные свойства бузины указывал отец медицины, целитель и врач Гиппократ. Тогда это растение считалось священным, так как могло даровать людям здоровье и долголетие. У древних славян, например, бузина была в большом почете. В некоторых местностях до сегодняшнего дня сохранился обычай снимать головной убор при виде бузины в знак признания ее целебной силы. Бузина применяется в народной медицине для борьбы с многими недугами, а в сочетании с медом и лимонным соком напиток защитит вас от вирусов, быстро решит проблему неприятной простуды и подарит крепкое здоровье и долголетие. Я подготовил для вас рецепт напитка из бузины от сезонных простуд и прочих болезней. Итак, вам понадобится 450 мл сока бузины, 1 столовая ложка меда, 4 столовых ложки лимонного сока, сироп бузины от кашля. Приготовление. Вылейте сок бузины в кастрюлю и добавь в него лимонный сок. Доведи смесь до кипения. После закипания провари напиток в течение 30 минут. После этого дай ему немного остыть. Добавь столовую ложку меда и тщательно перемешай сироп. Для достижения наилучших результатов употреблять напиток следует в теплом виде. Обратите внимание, для приготовления сока бузины нужно использовать только созревшие плоды. В неспелых ягодах содержатся сильные кислоты, опасные, кстати, для здоровья человека. Поэтому будьте внимательны. На этом у меня все. Более детальная информация на нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите еще больше интересного, а главное полезного видео на нашем YouTube-канале. Всего наилучшего, услышимся!